выражаю свой категорический протест против решения суда первой инстанции города Донецка, Ростовской области. Я считаю, что суд Российской Федерации не учел и не принял к вынесению решения мнение защиты Надежды Викторовны Савченко, адвокатов Марка Фейгина, Николая Полозова, Ильи Новикова и свидетельств десяток людей, которые готовы были свидетельствовать в пользу Надежды Викторовны Савченко. Лишь только одна фабула событий. Надежда Савченко уже была пленена вооруженными бандитами в тот момент времени и после которого было совершено преступление 17 июня 2014 года. Послушайте меня. Так вот, первоначально Надежде Савченко вменялись вину такие статьи, которые действительно предусматривали пожизненное лишение свободы. Но по законодательству в таком случае человек должен быть судим судом присяжных. И я уверен, если бы граждане России... там, где она убивала судом... людей. Какие присяжные? Хоть вы вообще присяжные, не располагаете никакой информации. Да, не надо, вы не вправе давать свои оценки. Ты не патриот России, ты так. Надежда Викторовна судили на территории идиот. России, где она не совершала преступления. Вот вы говорите, советская власть. Но ведь советская создала Украину в этих границах. Почему тогда вы поддерживаете Украину в этих границах? Кто создал Украину? Кто создал Украину в этих границах? Скажите, Советского, который вы ненавидите? Ленин и Сталин. Тогда, значит, заткнитесь, тогда извините, после. Украины не было до 17 года. Это твоего сына убили. Благодаря ей. Ты бы тоже здесь стоял. Интересно. С этой херней. А? У тебя есть дети? Вы что, идиот, что ли? Я не буду. Палачом. А кем ты стал-то? Читайте. Нет, Митюшка, вы идиот? Читайте. При советской власти она создана была Украина. Читайте вслух. До 17 года ее вообще не было. Значит, вы красный, что ли? Читайте вслух. Вот мое мнение. Нет, вы коммунист, да? Нет. Значит, вы за белых. А вот белые что говорили? За единую, делимую Россию. Вот мое мнение. Не только Киев. Так, не прикасайтесь к наглядной агитации. Это одиночное пикетирование. Не только Киев, но и Рига даже для белых была Россией. Твои дети погибли. Хочу напомнить. Белые за что были? Бумажку от лица. Хочу напомнить. Опусти руку немножко, не видно твоего лица. Хочу напомнить, что по решению мэрии города Саратова. И что дальше? Каждому участнику публичного мероприятия это предназначен все. Территория не менее одного квадратного метра. А? Прошу вас, все, просим, не перебивайте. Я вас не перебивал, не перебивайте вы. Просто так людей у нас не сажают. А если и сажают, в этом уже разбирается наше, как сказать, судебное правительство. Мужчина, стыдно должно быть. Давайте вам. Фашистку защищаете. Не патриот вы нашей родины. В чем здесь стоит вообще? Участник, организатор. Не надо Савченко защищать, она фашистка. А мы против фашизма. Дополнительно объясняет порядок.